Эй, проблема в городе с движением по ДП. Услышь нас, нам нужно спасение. По-доброму и с юмором молодежь Нижнекамска решила напомнить ответственным о глобальной проблеме. Вопросы, где автобусы и почему их приходится ждать по полчаса, волнуют каждого. На хит Моргенштерна слова легли почти сами собой. Микс произвел настоящий фурор в соцсетях и получил огромное количество откликов. Сейчас самая такая глобальная проблема в городе с автобусами, вообще с движениями. Вот, и, собственно, вчера только видео вышло и уже как бы набрало популярность. Надеемся, что это видео дойдет до вышестоящих органов, и все-таки проблема с транспортом решится. Так как даже очень мало новых остановок стоит, и на улице стоять – это просто сгубить свое здоровье. Пожалуй, хиты в минуты ожидания на остановке рождаются у большинства пассажиров. Проблема существует не первый год. С Бызова 24 вот до сюда я ехала 2 с лишним часа с пересадками. Это уже третий город в республике. И такая дикость. В маленьких городах уже все нормально. Люди мерзнут, опаздывают на работу, на учебу. Редко ходят. Пусть бы даже они ходили редко, но в определенное время. Я знаю, что в 4 часа будет автобус. Я подойду, сяду и еду. А то я один раз в библиотеку ушла, час на остановке простояла и вернулась домой. Не было ни одного автобуса. Как заявили ответственные, работа по налаживанию движения общественного транспорта не прекращается ни на минуту. Сейчас все силы брошены на то, чтобы привлечь в город новых перевозчиков. Пока в Нижнекамске этим занимаются 3 организации. Известные всем Нижнекамское ПТП. Автобусы этого перевозчика курсируют по маршрутам 1, 25, 55 и 34. Общество с ограниченной ответственностью, Республиканский вокзал. Ему принадлежат 56, 5 и 5А и транспортная компания «Альбатрос», которая перевозит пассажиров на 59-х и 47-х. В начале транспортной реформы по городу курсировало всего 11 автобусов. С приходом новых перевозчиков их стало в 3 с лишним раза больше. Ежедневный мониторинг показывает, что по поводу 59-го, 47-го и 55-го маршрутов замечаний уже нет. Они ходят строго по расписанию. Горожане ждут, что порядок наведут и в отношении остальных. Вера Муратова, Фахри Исламов, Новости НТР.